Господи, благослови от незнающих путь. И сохрани Езра от всякого зла, расположи родственников к нему. И через него соверши великое благовестие, чтобы свидетельство о жертве Твоей распространилось там, среди незнающих Тебя. И благослови, Господи, тот город, в котором он находится, и нас здесь благослови. Тебе, Боже, слава, Тебе хвала, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. С Богом! Садитесь быстро. Уже простились? Все, садись, Володя, выключай. Разреши, сколько там тебе можно снимать. Садись. Все, выключай. Все, выключай. Вот наш. Добрый день. Я дальше до трассы, а мы расписание не знали. Ночь он уезжает, он боится, что не откроешь. У него в 10. У меня нет, в 10. Нет. Это на автобус говорит. А что, на Корчина на автобус можно увезти? На Корчина на поезд. Зачем на автобус? На поезд? Да. Ну, конечно. У него билетов нет, у него с Барнаула билет. Ну, батюшка так всегда, говорит, делает. Батюшка так часто ездил. Да мы рисковать не будем. Вот сейчас Корчина, который уезжает, сейчас за Барнаула. Она говорит, нет. Может, нет, да. Ну почему не откроют, не постучат? Как не откроют? Часто ты говоришь, зачем нас Корчина направляешь, когда на трассу его посадили? Я говорю, Корчина к поезду привезти. Ну да, да, Владимир у нас там сейчас ходит. Какой Владимир Ильич. Он уезжает с Корчина. Они, говорит, порой даже этот не открывают. Какой ну, у нас здесь. Галиндухин. Ну, мужчина приехал с Урала. Не куплено, у него не с Корчина, говорит, человека не будет, им, говорит, оповещает их. Они, говорит, даже не открывают, говорит, вагон. Ты, если в интернете минуты, здесь не купишь стоит. Заранее, ну, тебе не откроют. Ну, 3 минуты стоит, а что, за 3 минуты не достучаться до проводника? Да вы что? Она говорит, может не открыть. Ну, я как она не открыть? Ну, не знаю, он напугал. У него куплен уже билет, 10 да вечера. Да я поняла, но давай. Батюшка сказал, что так часто ездил. А где батюшка? А мы к нему подъехали как раз. Мы к нему подъехали, были словиться. Лена, а матушка спрашивает, за ягодой? А сейчас же автобус. Липовый цвет собирает. А, липовый цвет. Спасибо, Христос. Тут-то просит Корчина, раз и все. Ну билет, что в Барнаул. Почему не достучаться до проводника-то? Билет показать, я не знаю. У него не купленный билет. Купленный? Когда купленный? С Барнаула. Ну какая разница? Так большая. Место же у него есть. Лена, вы за ягодой? Она липовый свет собирает, липовый свет. Можно позвать его? Сергей, позови его там. Ну, он отдыхал, но уже проснулся. А? Он отдыхает? Нет, матушка. Да, отдыхал, но уже отдохнул и выходил сейчас. Лена, а за ягоды когда приедете? Да? Ага, хорошо. Она липовый свет собирает. Ну, так вот он у нас тоже, пожалуйста, собирайте. Смотри, как красиво цветет. Вы не подождали. А он чем полезен-то? Очень. От простуды. Выжила я чуть хорошо. Ну, просто не знали. Алло. А? Сколько косатый выбор тут? Сергуша. Да. Много мышей. Леночка сейчас сказала. Слышишь? Леночка сказала, что не уезжайте без нее. Она сейчас выйдет и покажет. Леночка сказала, не уезжайте без нее. Сейчас она выйдет. Что батюшка сказал? Сейчас он выйдет, но он.
Ну, тут когда-то у батюшки была хорошая черемуха, большая, самая сладкая была, крупная. Вот, ну, потом состарилась, спилили. Сейчас вот новая подрастает. Все, поехали. Почему в город-то залетел? Ну ладно, идеально. Его напугали, что в Корчино могут не открыть, если билет заранее не куплен. Там же по паспорту билет покупают, а он билет не купил. Они так, могут не открыть. Там не купил, у него билеты куплены. В Барнаула. Ну что, какая разница? А какая разница? Ну ладно. Ну ладно. Я езжу так. Только раз брал в Барнауле, сажусь в Корчино. Ну что, какая. Он может по этому билету сесть за одну станцию до места назначения. Да? Ведь билет уже до Москвы куплен, его никто не продаст. Все. Это место будет, если он не поедет, оно будет до самой Казани пустое место. Так ехать. Он получается, что на свой поезд сядет в Корчино, получается, что ли? Ну а на какой? Ну конечно, на свой. Так у него это с Барнаула оплачено, ему доплачивать надо будет. В Корчино до Барнаула тоже ехать-то? Нет. Ну Барнаул-то там, а Корчино-то там. Он через Корчино едет, его поезд. Как он будет доплачивать? Куда с Барнаула через Корчино. Проезжает. А, идите, ладно, Иван. А, Барнаула. Иван. Благослови вас. Богом, давайте, все. А я думал, что... Вон, потом... это, Сергей, вон, Елена Анатольевна попросила не уезжать без нее. Сейчас она позвонит, узнает. Зачем, правда, тебе до Барнаула ехать-то? Я-то думал, что надо ему... Ладно, ехать. Ехать и... Раз так. На трассу сейчас едет. Едет Лёшка сюда с косилкой. Если надо на Барнаул, потом обратно может ему в Барнаул, чтобы он на трассе. А, в Барнаул? Поедет. Ну он сейчас приедет, он в Ребрехе. Через сколько он? Через час приедет. Выгрузит косилку. И 3 часа до Барнаула. Ты... Он поедет или нет? Поедет. Барнаул? Да. Я поеду. Если хотите, в Барнаул. Хочу. Ну раз попутно, когда и то, что там сейчас пока до трассы доедете, пока там простоите, прождите. Ну, хотя может и не простоите. Ну, просто он уже. Ехать, он поедет, он может быть еще домой заедет. А сколько точно? В 10. Ну, если после 8 поезд, то не успеваем говорить. 10. Ну, успеваю. Он еще может быть в Корчино поедет. Нет, он сказал, не поедет в Корчино, сразу поедет на домой. Выгружает косилку и сразу домой. А что там мне выгружать-то быстро? Вот это что стоит? Че? Ну.